5 заявителей и почти 20 озвученных вопросов. Сегодня Юлия Купецкая провела личный прием граждан. Житель Ворошилова 138 пожаловался на незаконную торговлю у дома. Шумно, грязно, вытоптанный газон. Глава муниципалитета объяснила, что поставить контролирующего на 24 часа в сутки и постоянно штрафовать – это не выход из ситуации. Куда правильнее предложить торгующим альтернативу – оборудовать специальную площадку для осуществления деятельности. Юлия Купецкая дала поручение решить вопрос к весне. Жители Советской 82 обеспокоены соседством с магазином. Шум создает холодильное оборудование. Нарушается тишина и при разгрузке товаров. Обращают внимание люди на нехватку парковочных мест во дворе для жителей дома, поскольку там оставляют днем машины работники учреждений, расположенных поблизости. Юлия Купецкая поручила рассмотреть возможность видоизменения дворовой территории. А вот у жителей Космонавтов 24А просьба помочь разобраться в конфликте, возникшем с соседями. Камень преткновения, кирпичная кладка балкона и незаконно установленные стеклянные блоки. Один из жителей обращался в суд, он вынес решение в его пользу, но оно до сих пор не исполнено. Глава посоветовала, как взаимодействовать с приставами для исполнения судебного решения. Большой список проблем озвучил Борис Баженко из Оболенска. Ремонт Дома культуры, покраска забора детского сада, благоустройство автобусной остановки, ремонт дорог, отсутствие лифтеров на рабочем месте. Глава дала поручение профильным службам в ближайшее время разобраться с каждым обращением отдельно и снять проблемы с повестки дня.